Потому что... Мы здесь живем, все вы тут приходите погонять. Кто вы такой? А кто? Ты знаешь, что че? За чей счет построено? За УЕФА. За счет... За чей счет? Не, а чего вы людей выгоняете из поля? Это федерация футбола такая. Я здесь живу и всегда здесь буду играть. Так как все здесь люди. А если дети подрастут, так что? Вам нечем заняться, реально, да? А чего вы со стадиона людей не выгоняете? Со стадиона почему не выгоняете? А скажите, ну просто по-человечески, в чем проблема, если поле пустое, да, люди приходят играть, в чем проблема для федерации футбола? Ну в чем проблема? Валяете для детской академии, износ поля, ресурс, сетки. То есть вам жалко поле, если поле пустое, вам жалко, да? Не жалко. А только что же вы приходите выгонять? Это поближе детям, которые будут здесь набираться группой и будут играть, все. Подождите, каким детям? Вот дети там играют которые тоже. Которые будут играть. Не, не надо, вы сейчас неправду говорите. Потому что ваши охранники выгоняют детей каждый день. А что вы, А зачем мне с тобой на телефон? Спроси мне разрешение, хочу... Не, ну вы пришли выгонять людей, да? То в чем проблема на телефон так сказать? Ну а что, играть нельзя? Это поля для детской академии, Федерации футбола Украины. Здесь будут играть дети. Все, пусть играют, пусть заходят играть. И будут играть. Если поля заняты, на них никто не играет. Если не свободны, в чем проблема? Нету свободные или не свободные. Есть износы, есть ресурсы. Я здесь живу, в этом все, доме, я вижу, что здесь происходит. Постройте во дворах поля. По программе соцэконома. Постройте в своем дворе поле футбольное. Играйте, пожалуйста. На Олимпийский пойдите поиграть. Да, понятно. Это строили для детей. Есть износ. Правильно. Есть... Каких детей? Там сейчас не дети играют. Аренда. Которые будут то аренда играть. Платная или нет? Нету платных аренд. Нету. Хорошо, почему вы такой на нервах пришли выгонять людей? В чем проблема? Потому я не понимаю. Излов, вам жалко поля? Смотрите, ребята, люди представились людьми, которые никто не заставляет. Есть график, который здесь есть. Нет графика, нет детей. Закрывается территория и все. В смысле? Это тут всегда и... люди, каждый день 50 человек детей приходят играть. Те, кто здесь живут, я прихожу играть, знаю. В чем проблема? Ну, я играю, что из нашего поля. Здесь это время для академии. Сегодня нельзя поле. Где? Нельзя. Так пусть они играют. А когда поле пустое, то есть люди пусть играют простые. В чем проблема? Я не вижу проблемы. А на русское на поле вы не видите проблемы? И что, вам жалко поле? Новые построите. Вы не видите проблемы. Для чего поля строятся? Для чтобы на них играли. Для которых играли дети. Для которых построили. Детская академия. Придут ваши дети, отберутся в отбор. И будут играть в группе академии. Все, ребята. Смотрите, ну вы зачем вы рассказываете неправду? Дети всегда я здесь... Смотрите. Да, и что? Молодой человек. Да. Есть двор у вас? У меня это мой двор. Я считаю, я здесь живу, постройте не справиться. Постройте поле во дворе и играйте. Ну, с удовольствием. Какое отношение вы имеете к Федерации футбола, Полян? Потому что я здесь живу, здесь всегда мы играли. Ну, причем здесь вы здесь, вы здесь живете здесь. Это живу. Территория, да. Не двора. Все, кто здесь живут, всегда играли в футбол. Ребята, если мы взяли территорию, которая в вашем дворе... Построили там площадку, закрыли на ключ, это одно. Мы же к вам во двор не пришли. За чей счет построены эти поля? За чей счет? Просто раньше, когда поля были развалены, то никто не запрещал. За счет каких? УЕФА, правильно? Привлеченных. Ну, напиши, я соберу, посмотри, что я сделал. Если будет так делать, я соберу подписи у своих жильцов. Собирайте. Да, и мы отправим в УЕФА. И к мэру отправим. И посмотрим. Отправьте к мэру. Просто вы делаете неправильно. Вы создаете проблемы себе и всем. Мы не создаем проблемы. Вы как-то не создаете? Это строилось не для жителей дворов, извини. А для кого? Не для, ну, для кого? Города. А в чем проблема, что не будет? Ну, какой будет? Детской академии? Нет проблемы. Какой детской академии конкретно? Которая здесь будет. И какая? Есть уже. Ну вы днем придите, посмотрите. Нет, так пусть она играет. То есть вы, не подождите, вы сказали, ну, проблема в том, что поля изнашиваются, да? Проблема в том, что есть определенная нагрузка на поля. Эти поля предусмотрены для детской академии. Так же, как большое поле. Имеет возможность строить. Если бы они были предусмотрены для детской академии, вот сейчас взрослые люди играют аренду. Я там играю. Это ваш дом? Я считаю, что это поля построены для всех людей, которые хотят играть в футбол. Вы какое отношение к этому? Ну, я же живу, мне здесь нравится. Ну, так живите и играйте у себя во дворе. Не, мне здесь нравится. Я же к вам во двор не прихожу, не ставлю свои машины. А я ничего плохого не делаю здесь, ничего плохого. Я просто играю в футбол. Вы пришли на территорию, пришли на футбольные поля чужие, вы к ним отношения не имеете. Смотрите, вам не я не понимаю. Вы долбите мяч. Подождите, вы сдали человеку, сейчас в аренду поле взрослым людям. Никому в аренду не сдали. Как здесь это? Вот там женщина сказала, что... Не дают. Ну, бесплатно, платно, какая разница. Ну, вон большое поле, они официально здесь играют. Назови, кто это, расскажи, что за команда? Кто там играет? Ну вот, я сейчас с ними играю, не знаю. Они официально сейчас арендовали поле. И были бесплатно, нет, или не бесплатно, это не имеет значения. Нет платной аренды. Ну, бесплатно сеточки, арендовали, ну, значит. Сеточки вы видели, и... Вот здесь вот, после того, что происходит, когда играют. Замены какие-то происходят, нагрузка на это все. Это построили для детей. Нет детей, закрывается территория. Все, какие, что вам смешного здесь, я понять не могу. Ну зайдите на частную школу, поедьте на базу в Счастливое, поиграйте на Нивке, на Динамо. Какие здесь проблемы? Играют не только какое дети, отношение все. Вы к этому имеете?
Поедьте на Динамо, сыграйте. Ну, просто... На Олимпийский иди. Ты же рядом живешь возле Олимпийского. Да, Олимпийский. Ну, а зачем вы так утрируете? Это, ну, да, это неправильно. А это не утрируете. Не утрируете. Раньше, когда здесь были плохие поля, то никто не запрещал. Когда были плохие поля, мы к этому отношения не имели. А сейчас найдите такие же плохие поля в других дворах и играйте. Какое отношение вы к этому имеете? Подождите, я не понимаю, почему мы просто Федерация футбола запрещает играть в футбол. Послушайте, это глупо, жалеть поле. Построено для детей. Не для взрослых ребят, не обижайтесь, с этого дома, с того и так далее. Это построено под детскую академию Федерации футбола. Точка. Подождите. И под командой Федерации футбола Украины. Что, женская. Что инвалиды здесь будут играть. Износ ветераны. Ну, что, что жалеть поле, новое построить. Жалеть поле. А что вы должны так строить? А то за ваши деньги построить, что ты сражаешь? За твои деньги. Ну, все ты будут, какое все к этому отношение имеешь? Я, ну ты живешь, живи. Собери деньги, да, давай собери деньги. Поехали к тебе домой, сейчас летим на твоей площадке, в теннис буду играть. Я не вижу проблемы, когда износ поля, слушайте, а если хорошо, круглый год будут дети играть, ну, с утра до вечера. Ребята, вас тут не будет. Будут играть только дети. Здесь не только я, дети приходят 13-14 лет. Записываются все. А какой лопатик? Все ворота открыты где? Нет, я пришел с ребятами, те, которые по аренде, вот ворота открыты. Нету здесь аренды. Нету. Есть время расписано. Я же беру платное. Нету аренды. А что, расписано вроде... там войны АТО, ветераны, сборная инвалидов, сборная звезд легенд футбола. Все расписано, все сотрудники ассоциации Федерации футбола. Ребята, а когда поле пустое, я не вижу проблемы. Нету такого. А зачем вы? Всегда часто пустое поле. Ну что значит пустое поле? Ну, просто пустое поле. Оно отдыхает. Нет нагрузки на него. Или вы 24 часа хотите долбить эти сетки, а мы только будем бегать. Да на здоровье понимать. Пусть долбят, пусть растут. Вы что, ну я не понимаю. Так ты у себя во дворе сброси и долби. Че ты к нам пришел, объясни. Потому что я здесь живу, мне здесь нравится. Какое государство? Ну вы сказали, что даже не вы построили. Какое государство? Это построила Федерация футбола. За счет денег УЕФА. За инвестиции, спонсорство. И тогда. Все, мы с обнащением. Хитрик программа, да? Не только хитрик. Вот академию, послушайте, вы же не прокурор. Так я хорошо, есть документы, в которых указано, что это дети могут играть на самом деле. Да, вот это детская академия. Посмотрите. На документы посмотрите. Ну, а подождите. Запрос напишите, придем и покажем. Да, вы вот не туда, отвечайте на запросы, не надо рассказывать. И вам ответят. Еще. Я просто, смотрите, я соберу подписи всех жильцов, будет 10 человек. Кого хоть, тысячу собери. То есть вам все равно на людей, да, не понимаю. Мне все равно. Не имеете отношения с дома все. На Олимпийский собери 2000 подписей, иди играй. На Олимпийский. Ну, а чем мы отличаемся от Олимпийского? Я понимаю, почему вы так же, с таким рвением, чтобы люди здесь не играли в футбол. Я не верю, ей-богу, не понимаю. А я сетку это уже дважды поменял за год. А вы рассказываете. Поляк, понимаешь? Это, ну, это понятно, что оно изнашивается. Зачем для вы говорите, с одной стороны, для детей, с другой стороны, вы говорите, что ваша сборная ассоциация играет. Играют дирегенты, ветераны футбола. И пусть играют все. Играют воины АТО, которые у нас чемпионат проводит. Ну так уже они дети, уже они дети, правильно? А нам надо было, вы считаете, это неправильно? Неправильно. Для госпиталя обратился. Да, мы помогаем. Ну а вам правильно найти другие поля. Съездите коммерческие, снимите, взрослые ребята, спросите в гидропарке. Вам...